Весне продолжается разлив. Сейчас в интересном месте находимся, у подвесного моста. Здесь соединяется Десна и Ведьма. Слияние двух рек хорошо видно сейчас. Поток воды из Десны более усиленный. Мост почти полностью под воду ушел, даже по верхней проволоке. Такая сила стихии. Тросы натянуты, выгнуты, видите все. Вода как поднимается сильно. Все затоплено. Вот это Десна, вот это Ведьма справа выходит. Вода уже и сзади поднялась, видите? Там, где небольшое болотце, подходит к крайним домам по этой улице. Уже позади домов образуется разлив. Вода подошла к крайним домам на улице. Уже видите, видимо, в огород затекает. Позади домов все затоплено. Попрыли строения, дома. Вода уже, вон видите, под ногами вода, дальше идти нельзя. Все затапливается. Вот такое подтопление Жуковки. Крайних улиц. Так, видите, все залито. Стрельбище, за ним поля, луга. Все в воде. Мост полностью уже ушел. Вода наступает на Жуковку. Вон до горизонта все в воде. Сейчас пойдем домом престарелых, там посмотрим. Там на целое море обычно бывает пойма. Поток очень сильный, слышишь, как сильно вода идет, сильный поток. Бедный мост загнулся. Какое сильное журчание воды. Вода поднимается на глазах.